Всем привет! Это Татьяна, Лёша крикнула. Садим тыкву. Где-то у нас... Ну, короче, немножко не дошли мы вот до конца поля нашего, которое нам дали в этом году. И вот такие луночки видно, да? Вот луночки, вот луночки, вот луночка. Вот еще ряд из трех луночек. Садим тыкву. Расстояние где-то метров два. Ну, может, чуть поменьше. Садится тыква, она колосится, все такое. Вокруг, не знаю, наверное, не будет этой речки. Масленичной или масляной, не знаю. А до сюда картошка. Если посмотреть, поискать семена, как она всходит, не всходит. Ну, вот она, видно. Как бы они наклюнулись уже, эти семена. Вон там видно хорошо. Беленькая полезла. Но еще не вышли. Вон там тоже. Где-то вот здесь вот. Прям уже наклюнутые семена сидят. Скоро-скоро зайдут. Посмотрим, что из них получится. Ну, тоже почитал про эти сидираты. Интересная. Ну, как обычно. Интересная штука. Как только мы засадили картошку, пошел дождь к вечеру. И сегодня вот уже выходной следующий, то есть неделю она сидит. И шли дождики, дождики, но еще не вымокла. Ну, как бы нельзя сказать, что типа земля вымокла, все будет, все фигово, погибнет картошка. Нет, она тут так, дождик пойдет, то вечером пойдет, то в ночь придет. Сегодня был дождик ночью, видно, какая земля мокрая прям еще. На ноги все нацепляется. И послушайте, как хорошо. Вот, не знаю, слышно, не слышно этих. Какие-то тут скворцы, не помню. Прилетели, короче, к нам какие-то птички. Поют только ночью. То есть вечером они начинают. И всю ночь они прям вот красиво, как скворцы, трелью выводят. Не то, что там... Нет. Красиво. С перебором всяко, радуя слух, кричат. Один у нас на соседнем поле где-то, ну, там, дома имею в виду, а один где-то на крыше. Ну, даже спать не мешают, если что. Вот мне больше всего нравится вот такая пора в году. Это только-только начали зеленые листочки выходить. Вот, наверное, зря поднял камеру вверх, засветило все. Сейчас вот поближе подойду, будет виднее. Трава зеленая, зеленая. Листочки зеленые, зеленые. Но опять вот засвечивает, не видно. Наверное, в бок, если смотреть. Ты куда поперся? Куда? Нет. Да, сейчас, ага, ради того, чтобы покататься, буду я лодку расчехлять. Ради двух минут. О, вот так вот виднее, когда не засвечивает. Вот они какие зеленые все. И тут все зеленое. Красота! Главное, что идти до дома буквально вот уже конец нашей улицы. То есть 4 дома туда, и мы дома. Да, Сашуля, вы что выползли-то вообще? Сидели, кушали. А, понятно. Зонтики гуляете. Вы гуляете. Дождик пойдет, да? До дома добежать-то быстрее, чем зонтики таскать. Может, дождик не идти? Нет, это не моя полторашка. Нет, это не я. А нафиг она мне? Ну, она такая грустная, одинокая. Зачем она? Там непонятно в чем. Ну, стоит вот кто-то даже с трубочкой маленькой. Вон она. Отсюда туда. И вот оставили, пожалуйста. Да стопудово. Да уже брашка установлена. Уже брашка сыграла 100 раз. Вот так вот бывает, понимаете? Зачем-то. Да, теперь надо, знаешь, кара ему какая небесная, споить это дело. Туда маленько дрожечку и споить. О, чтобы не забывал в следующий раз. Да, типа закончили с картошкой. Ну, дети, как обычно. Ну, дуванчики вон уже зашли и зацвели. Ну, в общем, вот такое вот веселое утро у нас.